В Москве на 83-м году жизни умер психиатр и эксперт-криминалист Михаил Виноградов. Отмечается, что он скончался еще 4 января, но обнародовали эту информацию только сегодня. По данным СМИ, Михаил Виноградов заболел 23 декабря. Его госпитализировали в одну из столичных больниц, где у него диагностировали пневмонию. Михаил Виноградов – автор более 150 научных публикаций в российских и зарубежных изданиях. В 2009 году он выступил инициатором создания организации некоммерческого партнерства «Лига экстрасенсов Российской Федерации». Также был экспертом программы «Битва экстрасенсов».